Сиськин. Валерий Семин. Валентина Пудова. Ну, я вам хочу сказать большое спасибо за ваш прием, да? Я был в восторге вообще. Он говорил, что устал. От народа был в восторге, да, вот сегодня тоже так же вот. Какие? Спасибо. Мы еще завтра вернем. В 15:30, да. Спасибо. Славьте Господи. Николай Артемьевич. Спасибо. Вот. Ну, а Валечка... Спой что-нибудь нам. Я тебе под... Давай начнем же с чего, с этим, с Русалочек, да? Давай. Только атональность какая, не помнишь? А можно моей, в которой я? Можно. Смотрите, я как женщина все время соглашаюсь, как мужчина сказал, да? Так и будет. Хорошо. Я когда часто Валентина Тихоновна приглашает меня в город Ижевск на гастроли, вот, и однажды мы были в городе Глазов, такой город, в Удмуртии, да? И там было куча времени, чтобы настроить звук, мы настроили. И я сзади такую историю рассказываю. За кулисами обнаружил костюмы женские. Ну, я взял, приколоться, напялил на себя костюм. Оказалось, бурановские бабушки. Ну, может, они, не они, не знаю. И написал это, значит, в интернете. Я зря времени в Удмуртии не теряю. Прошел кастинг бурановским бабушкам, и меня взяли бурановским дедушкой. Вот. Мне кто-то в интернете, я выставил вот так фотографию, так красиво, так, вот так вот, вот так вот. Да, да, да. Мне написали, дурак! Одна женщина говорит, другая, да не слушай, ты не обращай внимания на этих баб, все нормально. Одна частушка прислала. За король гармонь играет, под король петух поет, бабки платье потеряли, дед нашел, не отдает. Потом был замечательный концерт, на котором Валентина Тихоновна спела песню. Я говорю, Валя, а что ты ее не поешь? Она говорит, да я. Ее сколько лет, 20 там назад. Она у нее называется «Не ходи туда». А я ее назвал по-другому. Я говорю, Валь, можно спеть? Да пой, пожалуйста. Я ее назвал «Русалочки», сделал клип, и все мужики на этот клип клюют. Так что мы сейчас эту песню споем. Там очень простые слова. Там даже думать не надо, просто подпевайте нам и все, ладно? Автор перед вами – Валентина Пудова. Тихой заводи черти водятся, ты вечернюю грустной порой. Не ходи туда, не ходи туда, не ходи туда, милый мой. Не ходи туда, не ходи туда, не ходи туда, миленький мой. Утром ранним
стать.